Всем привет, и мы продолжаем игру Swamp Attack, или в переводе Болотная Атака. В прошлой части, друзья, мы с вами дошли до 15 миссии 7 эпизода, вернее, уже прошли 15 миссию, а сегодня, друзья, мы попробуем еще пройти 5 миссий. Если все удастся, то в следующей серии, друзья, встретимся с вот этим механическим монстром. Ну что же, вперед, друзья, 16 уровень, давайте-ка мы пройдем. Посмотрим, какие здесь будут новые монстры. Удастся ли нашему охотнику пройти. Ну, по крайней мере, друзья, будем на это надеяться. Итак, друзья, вперед. Потрясающие монстры. Называется эта серия. Ой-ой-ой, друзья, нужно разбивать обязательно вот эти банки. Интересные. Они очень сильными делают монстриков. Кроме того, друзья, есть вот особые банки, которые воруют наши суперспособности. Отлично, хорошо, ой-ой-ой, друзья, давайте-ка я брошу батарейку, не станем рисковать, нужно немножко прорежать ряды, здорово, тетя Клава и сосед Вася помогают отбиться, вот, очень хорошо, ой-ой-ой, какая-то атака пошла очень сильная, ну что же, замечательно, пока охотник подзаряжает ружье, и поможем ему отбиться от крокодилов. Ну, это было несложно. Итак, пока наш охотник перезаряжается, сосед Вася путь пока разбивает вот этот аппарат. Ну вот, замечательно. Полностью перезарядились. И теперь можем встретить, друзья, следующую атаку. Пока я буду, друзья, стараться экономить заряды. То есть, потому что жалко тратить деньги на вот вооружение. Но, тем не менее, друзья, бывает, нету выхода. Ой-ой-ой, друзья, нужно прорежать. Так, давайте-ка брошу батарейку, нет выхода. Вот, отлично. Ну что же, очень-очень здорово действует батарейка. Очень классно прорежает ряды врагов. Вот, пока нет надобности вот бросать кислотные облака. Давайте-ка я вот так холодильником немножко подморожу. Пока эти крокодилы не особенно сильные монстры, мы можем просто вот так их понемножку убирать. Вот так. Прореживать их ряды, чтобы останавливать врагов. Ну вот, замечательно. Ага, кстати, еще подарок нам. Дали 2 единицы гранатомету. Вот, чудесно. Очень приятно. Нужно будет вот эти единицы сейчас использовать. А то вдруг какой-то подарок. Вот, ничего себе. Ого-го-го, друзья. А ну-ка, давайте-ка я вот как раз вот вовремя дали нам гранатомет. Вот, отлично, хорошо. Вот, еще кислотометом немножко так прорежу ряды. Вот, замечательно. И пока давайте-ка мы перезарядим ружье. И я еще немножко вот так вот приостановлю врагов. Хорошо, перезаряжаемся. Ой-ой-ой, друзья, смотрите, что делает. Так, давайте-ка вызову кислотную пучку. Что-то уж очень сильно пошли в атаку. Вот, замечательно. Ну, в принципе, очень хорошо, друзья. Практически до конца подходим этот уровень. Довольно-таки неплохо мы прошли. Вот, правда, вот враги, смотрите, все усиливают натиск. Но это самые слабые монстрики. Самые слабые вот такие мобы, которых, в принципе, наш охотник, вот шутя, убирает. Ну что же, отлично. Уровень пройден. Довольно-таки хорошо. Осталось только разбить вот эту банку. Вот, и какой же у нас подарок. Ничего себе, друзья, разблокировали мы какое-то гнездо с пчелами. Интересно, что это за оружие. Сейчас мы посмотрим. Отлично, очень приятно. Итак, мы заработали 4912 монеток. Ну что же, очень приятно, друзья. Итак, давайте-ка мы зайдем, посмотрим, что же за улей мы выиграли. Что же это за оружие, как оно наносит урон. Итак, ну вот, кислотомет, друзья, нам не нужно. Вот заряды пока достаточно, а вот гранатомет тоже пока не нужен. Ну, в принципе, я к кислотомету еще куплю. Итак, что же за улей? Что же это интересное мы выиграли? Давайте-ка тихо почитаем. В нем полно злобных пчел, кидайся ими монстров. Ну вот, здорово. Вот есть у нас вот такой вот то ли бомбочка, то ли что это. Давайте-ка, друзья, еще куплю пару зарядов. И вот
немножко вот так улучшим. Вот посмотрим, как оно будет действовать. Ну что же, вперед, друзья, давайте-ка пойдем с вами на следующий уровень, 17-й, и попробуем вот это интересное новое оружие улей. Итак, 17-я миссия под напряжением. Отлично. Давайте-ка, друзья, вот комаров нужно в первую очередь, друзья, убирать. Они вредены. Здорово наносят. Ой-ой-ой, смотрите, что делают. Смотрите, что делают. Ой, итак, друзья, беру кислотомет. Друзья, нужно убирать вот этих вредных инопланетян. Ой-ой-ой, что делает вредины. Так, тут нужно, друзья, ружье. Ой, а что-то я не докупил батарейку. Так, давайте-ка вызову кислотное облачко еще, кроме того. Вот так, хорошо. Вот, отлично. Вот, и так, пусть охотник пока перезаряжается. Так, вот, светлячок нужно убрать. Вот так, хорошо. Ой, это я что, случайно холодильник? Не хотел бросать холодильник, но как-то вот так получилось, интересно. Вот, отлично. Ой-ой-ой, друзья, что делает? Смотрите, что делает. Так, давайте-ка еще вызываю кислотное облачко. Ой-ой-ой, друзья, что делает? Смотрите, ой-ой-ой, так нужно. Вот, так. Ой-ой-ой, смотрите, что делает, вредина. И жизнь практически на нуле. Еле, друзья, отбились в этом уровне. Так и не пришлось мне воспользоваться ульем пчел. Фух, это было сложно. Еще чуть-чуть, и эти вредные инопланетянины. Хорошо, что у нас, друзья, был кислотомет под руками, и удалось отбиться. Итак, друзья, первым делом, конечно же, нужно зарядов кислотомету подкупить. Вот, здорово. Хорошо, что-то, друзья, вот я за батарейку прошлой части не докупил, и это было рискованно. Вот, кроме того, еще кислотного облака и несколько холодильников. Вот, здорово. Теперь во все оружие мы можем пойти на следующую миссию, 18-ю, и посмотрим, как же удастся отбить атаку у этих новых монстров. Итак, парк машин, 18-я миссия 7-го эпизода. Отлично. Ой-ой-ой, вот эти что-то... реанимационные машины. Итак, друзья, интересно, давайте-ка я брошу улей пчел, посмотрим, как он работает. Ой, и это все, честно говоря, я рассчитывал, друзья, что будет больше. Ага, ну смотрите, они доедают. Вот, отлично, 50 зарядов кислотомету, пока не буду их брать, друзья. Давайте-ка, их автоматически взяла. Ну что же, неплохо. Давайте-ка, друзья, подморозим. Вот так, пусть охотник перезаряжается. Вот, сосед Вася вот помогает. Вот, приятно, отлично. Хорошо, что есть вот такой вот сосед, который может помочь отбиться от монстров. Отлично. Вот, хороший результат. Так, давайте-ка, друзья, брошу я батарейку, потому что что-то очень уж сильно пошли в атаку. Вот, смотрите, как здорово батарейка поджаривает. Вот монстров. Честно говоря, что-то я вот в этом улье немножко разочаровался. Но, возможно, друзья, еще не разобрался. Сейчас посмотрим. Итак, здорово, перезаряжаемся. Отлично. Хорошо, вот есть эти медицинские машины. Ой-ой-ой. Итак, бросаю еще аккумулятор. Вот, наносим хорошенько урон. И давайте-ка, друзья, еще вызовем кислотное облако. Вот так, отлично. Ну что же, хорошо отбились, друзья. Осталось только две машины. Ну, пускай сосед Вася пока добивает, а я перезаряжусь. Вот так, еще два патрона. Ну вот, отлично. Хорошо. Так, перезаряжаемся. Друзья, поэкономлю пока патроны. Вот, ну что же, неплохо отбились. Отлично. Итак, сейчас последняя волна монстров должна быть. Ну, в принципе, что-то... Ага, вот она. Волна. Ну, в принципе, друзья, здорово отбились. Я думаю, ничего здесь сложного не должно быть. Давайте-ка вот подморозим немножко. Ой-ой-ой, друзья. Что-то оказались слишком шустрые. Итак, где же вот и пчелы вызвал, и кислотный дождь. Ну вот, замечательно. Ой-ой-ой, и нашей бабе Клаве досталось.
Но тем не менее, друзья, уровень прошли. Здорово добиваем вот этих вредных монстров, механических роботов. Ну, сейчас Вася добил, и охотник перезарядится, добил. Ну вот, чудесно, чудесно. Очень хорошо, все здорово у нас получилось. Кислотометом даже не воспользовались, хотя можно было. Итак, 4000 монет мы заработали. Итак, да, давайте-ка, друзья, посмотрим, что же у нас с вооружением. Ну, то, что кислотомет и гранатомет не надо улучшать, это однозначно. А вот, вот холодильников давайте-ка мы докупим. Вот батареек докупим. Кислотное облачко докупим. И пока, друзья, вот я с этим ульем не определился. Стоит ли его брать, либо его все же менять на самолетики, либо, возможно, знак стоп. Честно говоря, я рассчитывал, что он лучше будет работать. Ну, давайте-ка, друзья, еще его проверим. Итак, мы уже с вами прошли 16, 17, 18 и 19 уровень. Проверю я еще вот этот улей вот на этом уровне. Хорош ли он, не хорош, что-то непонятно. Что-то он не очень мне понравился. Итак, зловещая микросхема. Друзья, ага, уже 4 вида роботов. Итак, друзья, пишите в комментариях. Ой-ой-ой, смотрите, что делает, смотрите, что делает. Итак, вызывает кислотомет. Давайте-ка, друзья, вот все это здорово разбивать, потому что смотрите, что делает. Смотрите, что делает. Вот вредины. Вот так, удалось мне вот так здорово с ними справиться. Хорошо, перезаряжаем ружье. Вот, отлично. А, кстати, друзья, по-моему, сейчас мы и не можем воспользоваться вот вооружением, потому что вот будет втягивать все суперспособности. Итак, давайте-ка, друзья, брошу вот улей, посмотрим, как он будет разъедать, вот кусать монстров. Ну, в принципе, маловато, я считаю, я их взял, но смотрите, здорово тоже кусает. Но что-то очень-очень недолго, друзья, очень недолго, что очень печально. Так, вот где наш гранатомет. Вот, смотрите, как здорово удается гранатометом это все дело сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что делает. Смотрите, что вредины делают, как здорово наносят урон. Так, вот, хорошо, хорошо, хорошо. Итак, давайте-ка, друзья, вызываю кислотное облако. Вызываю батарейку. Вот так, отлично, отлично, отлично. Ну и дальше, друзья, уже нужно будет либо подмораживать, либо еще что-то интересное вот такое вот делать. Так, а ну-ка, вот, видите, о, вот, да-да-да, друзья, вот удалось их подморозить. Хорошо, и понемножку вот так здорово расстреливаем. Вот. Так, давайте-ка брошу еще аккумулятор, вызову кислотное облако. Ой-ой-ой-ой, смотрите, друзья, что делает, и вызываю еще улей пчел. Вот так, хорошо, хорошо, замечательно. И, по-моему, друзья, последняя атака монстров. Вот, замечательно, замечательно. Вот, отлично, отлично. Добиваем, добиваем, добиваем. Так, осталось здесь немножко только вот этих комариков. Ну вот, здорово, друзья, хорошо мы отбились. Ну что я скажу, друзья, не понравился мне вот этот улей пчел. Возможно, я что-то не понял. Возможно, его нужно дальше улучшать. Итак, кто, друзья, в курсе, вот пишите в комментариях, стоит ли вообще этот улей дальше делать, развивать, либо назад вернуться к самолетикам. Давайте-ка я, наверное, уберу. Возьму назад самолетики. Вот. Подкупить зарядов кислотомету. Вот. Несколько еще ракет. Ну, пусть будет вот максимум. Ну вот, ага. Ну и кстати, друзья, давайте-ка еще посмотрим, что там у нас с взрывчаткой. Да, 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 да. Сразу же, друзья, давайте-ка докупим вот кислоты. О, кислотное облачко. Еще вот батарейку и холодильник. Ну вот. Хотя следующий уровень, друзья, у нас уже НЛО. Сворует все оружие, но тем не менее. Давайте-ка, друзья, пусть будет уже для следующей игры у нас полный боекомплект. Ну что же, друзья, вперед, вперед, попробуем отбиться в этой атаке от монстров. Итак, чудовище из болот. 20-я миссия 7-го эпизода. Вот сразу же украли у нас все вооружение, кроме ружья. Ну что же, попробуем остановить вот этих монстров. Что здесь у нас? Ага, вот здорово, здорово, друзья. И еще что здесь? Гранатомет, супер. Неплохо, неплохо. Давайте-ка, друзья, пробуем вот остановить бобров.
Вот, отлично. Ну, что же я скажу? Отлично, друзья. Ну, я думаю, сосед Вася отобьется с бабой Клавой. Ага, вот, чудесно. Еще холодильник в запасе. А здесь что у нас? Батарейка. Ну, вот, вообще супер. Отлично, перезаряжаемся, перезаряжаемся. Посмотрим, кто здесь и что здесь у нас. Отлично. А что? Что в НЛО? А в НЛО батарейка. Ну, что же, давайте-ка сразу мы ею и воспользуемся. Вот так, чудесно, чудесно. Отлично. А что еще в НЛО у нас? И еще 50 зарядов к кислотомету. Вот, ну что же, супер, супер, супер. Отбиваемся от бобров. Вот так, хорошо. И еще 50 зарядов к кислотомету. Ну, теперь наш охотник, я уверен, от любой атаки сможет отбиться. Хорошо, хорошо, хорошо. А что здесь у нас? И еще 50 зарядов кислотомета. Ну ничего себе, как удачно нашему охотнику пошло все. Давайте-ка посмотрим. И еще вот гранатомет, несколько зарядов. Ну вообще супер. Вот так, хорошо. И что в НЛО? Еще плюс кислотная стучка. Ну что же, очень хороший результат. Плюс подарок, еще холодильник. Ну ничего себе. Ну, итак, разбиваем этого вот медицинского дрона. Ага, вот пошел у нас босс-бобер из первой части. Давайте-ка, друзья, попробуем сейчас с ним тоже справиться. Итак, бросаем батарейку. Вот так, чудесно. Ага, что здесь? У нас еще холодильник. Ну, без проблем, давайте-ка мы еще и подморозим. И кроме того... Вот, кроме того, друзья, есть у нас 200 зарядов кислоты. Незачем ею вот так разбрасываться. А давайте-ка я из гранатомета вот этого босса бобра. Вот так вот, здорово. Ну что же, интересно получилось. Ну и, по-моему, друзья, вот давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас. И остались обычные бобры. Ну что же, давайте-ка я из них из гранатомета вот так выстрелю. Вот, еще 50 зарядов кислотомета. И вот так здорово, друзья, проходим вот этот уровень. Ну что же, очень здорово, очень замечательно, друзья, прошли вот эту миссию. Спасибо за подсказочки. Вот один из подписчиков вот пишет, что очень нужно собирать деньги на... Вот этот пулемет, как он точно называется, миниган. Без него не пройти основного босса. Ну ничего, пока будем, друзья, собирать. Интересно, а на каком уровне он открывается? Вот отличный защитник для дома. Давайте-ка посмотрим. Пока непонятно, на каком миссии. Ну, я думаю, дойдем, друзья, в свое время вот до определенной миссии и пройдем. Итак, друзья, на этом уже будем прощаться. Сегодня очень здорово мы прошли. Прошли с 16 по 20 уровень. Ну, а в следующем видео, друзья, мы уже будем сражаться с вот этим механическим монстром. Потом останется у нас 8 эпизод. И все. То есть, ага, вот, здорово. Останется только 8 эпизод. Ну что же, вот такая вот чудесная, интересная, классная игра. Все больше и больше она мне нравится. Ну а пока, друзья, на этом мы прощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока, друзья, до новых встреч.